круг, берите и детей, и бабушек, и дедушек, и молодых, и красивых. Можно сделать два круга, если вас очень много. Делаем два круга. Беритесь за руки, за руки, за руки беремся. Делаем два круга, один большой снаружи, другой внутри. Видите, как вас сегодня много, это же здорово. Соединяемся, вы готовы? За руки все возьмитесь крепко-крепко, а то упадете, игра хитрая. Сначала медленно. Мы сперва пойдем направо. Раз, два, три. А потом пойдем налево. Раз, два, три. А потом мы соберемся. Раз, два, три. А потом мы разойдемся. Раз, два, три. А потом мы все присядем. Раз, два, три. А потом мы все пристанем. Раз, два, три. А потом мы все притопнем. Раз, два, три. А и притопнем. Мы все притопнем. Раз, два, три. Запомнили? Побыстрее. Мы сперва пойдем направо. Раз, два, три. А потом пойдем налево. Раз, два, три. Собираемся. А потом мы соберемся. Раз, два, три. А потом мы разойдемся. Раз, два, три. Присядем. А потом мы все присядем. Раз, два, три. А потом мы все пристанем. Раз, два, три. Притопнем. А потом мы все притопнем. Раз, два, три. На Руси чарка на пасашок. Thank you.
счастье. Но куда же мы можем деться без прощания славянки? Прекрасную Россию. Всем чувствовать себя, я не знаю, но каждый день вы должны подходить к зеркалу, смотреться в зеркало и говорить, какие мы счастливые, что мы родились здесь, что мы живем на этой земле, а что мы с вами сейчас в самом центре нашей Родины. Браво! У вас в гостях был лауреат международных конкурсов и фестивалей фольклорный ансамбль «Звонцы». Браво,